У нас на календаре сейчас уже апрель, и время прощания с зимой. У нас их и так-то сколько там, 5 месяцев зимы, а 6-й месяц еще иногда бывает в подарок. Как такие решили? Ну вот мы потихоньку начинаем выбираться из снежного царства, но в мастерской пока еще эти сугробы существуют. Вот, например, вот эти три работы, они написаны за один ударный рабочий день. Вот был солнечный денек, ну, к туче на любимом всеми, мне кажется, уже нами районе города Уктус. Речка Патрушиха. Первая работа была на восходе солнышка сделана. Поставил такую сложную задачу художник. Нарисовать вот этот огонек сквозь деревья. И образ построить, по сути, вот на одном дереве. Тут такая драматургия теплого и холодного получается. Ну, это не просто этюд. Но все равно художник строит ее как произведение. Художник не раб натуры. Он может компоновать свое произведение. Убрать лишнее. Там на самом деле какие-то были детали мне ненужные. Этот свет, он был несколько дальше. Я его задвинул в картину. Склон сделал определенным образом. Ну а цветовые ощущения берешь уже, конечно, с натуры. Потом солнышко передвинулось и нарисовался вот этот сюжет с такими пологими тенями. Здесь всегда интересно с водой работать. Вот эти падающие тени, они ложатся не только на снег, но и на воду. Это вообще задача такая, она неуловимая. Ты смотришь и не понимаешь, а как это? Как это на воду, на бегущую, на быстринку вот легли эти тени, и как это сделать? Ну, сложно. Ну, попытка не пытка. И третья работа. С этой же точки вот сюда вот перешел только. Вот оно, это дерево, вот это дерево. Вот оно теперь здесь. Саврасовский такой, опять же, сюжет. Прямо пишешь и вспоминаешь Алексея Саврасова. Если говорить о переноске, во-первых, красиво сразу в раме. Ну, некогда было приспособов. Я взял какую-то старую рамочку. И теперь это все вот так. Все. И резинками крепим. Можно наносить. Сложный оказался сюжет с этими вот кочками. Так-то вот он не смотришь, думаешь, хороший такой. Надо было взять любой фрагмент из этого сюжета, попытаться его нарисовать. А тут, когда начинаешь, все сюда, для этюда, очень сложно. Ну, интересно. Работа написана в старой утке, приток этой чусовой, незамерзайка, здесь плотина. Сложный был сюжетик такой. Вернее, казался он простым, оказался очень сложным для исполнения. Чтобы уложить вот эту плоскость вдаль, пришлось попотеть. Я думал, что я часа за полтора одолею. Больше 2 часов простоял в сугробе. Ну, в результате вот имею такую работу. Многие спрашивают, как художник работает зимой? А не мерзнут ли у него руки или там краски? Напомню, что белила держишь за пазухой. Ноги в тепле желательно, в хорошей обуви. Ну и было бы желание. Удалось на днях сходить на пленэр. И морозным таким утречком вот поработать на тему Новотихвинского монастыря. У нас один из мощных монастырей был на Урале
в Екатеринбурге. Ну, вот собор Александра Невского там. Это крепостная башня. В свое время вот здесь вот, вот крыша белая. Жуков тут держал дачу, маршал Жуков, когда он тут срок свой отбывал на Урале, командовал уральским тут военным округом. Ну, вот он тут жил. Ну, такой вот лирический пейзаж. На страже нашел такой вот стафаж, спрятанный фигурка с собачкой. Какие-то тема с птицами, гнездом. Ну, такие небольшие детали, они сообщают такие лирические свойства произведению. Даже мы слышим вот звон колоколов. С чего ты начал? Я всегда начинаю, в последнее время, начинаю с самого светлого. Вот я понимаю, что это солнышко, вот оно, я его застал вот в этом положении, что через 15 минут его тут не будет. И вот это у меня и было камертоном. Притом, как зажечь ярко, чтобы оно светилось ярко. Я понял, особенно вот в этих условиях, что это солнышко без зеленой краски было не написать. То есть пишешь его желтым, а ярче желтого, блик на желтом можно поставить только зеленым. То есть в разбеле. Это вот интересный опыт, можно попробовать. Вроде как блик какой-то на воде пишешь, желтый, там оранжевый. И хочется еще больше, чтобы он светился. И нужно взять и поставить зеленоватый блик. Тогда вот он работает на желтом. Удивительно. Вот такое открытие. На тему Невьянска, о котором у нас был сюжет. Это наклонная падающая башня. Храм. И просто Невьянская вот эта улочка. Драматургия сложилась следующим образом. Я сделал такую вот динамику от холодного темного к теплому светлому, что дало мне возможность здесь поработать силуэтом темным на фоне светлого, а здесь дать возможность присутствовать вот этому храму теплым и светлым. Вот. Я не стал его рисовать явно, отчетливо, потому что главный герой все-таки вот тут должен быть один. Это наклонная башня Невьянская. Ну и стафажик тут для масштаба просто. Такой невзрачный сюжет, но вот за счет света сегодня холодно, вода вон парит, красиво. Мальдивы, конечно, но тоже со всеми удобствами, на Уктусе. Вот, взял с собой легкое креслице, этюдничек, и сделал три работы. А что не сделать? Красота!